На Юг Агро представили последние технические новинки. Комбайны, тракторы, сеялки – это лишь небольшая часть экспозиции. В Экспоград со своими разработками приехали больше 700 компаний, в том числе из Китая, Италии и Германии. Участника выставки поприветствовал губернатор Краснодарского края. На торжественном открытии Вениамин Кондратьев отметил, что подобные события не только помогают продавцам и покупателям находить друг друга. Благодаря таким мероприятиям развивается и экономика самого региона, что позволяет добиваться новых успехов в сельском хозяйстве. Этот год для Кубани был рекордным. Мы собрали более 11 миллионов тонн пшеницы. А если в целом, с учетом общего количества пшеницы, зернобобовых, риса, получается 14,5 миллионов тонн. Безусловно, это абсолютный исторический рекорд на данный момент времени. Кроме того, мы лидируем в России по сбору овощей, фруктов, винограда. Естественно, это все современный агропромышленный комплекс нашего края. Мы сегодня можем с гордостью говорить, что агропромышленный комплекс Кубани стал высокотехнологичным, но он стал таким потому, что мы максимально активно внедряем современные технологии, мы пользуемся качественными, отечественными семенами, и, безусловно, на наших полях работает современная сельскохозяйственная техника. В этом году площадь выставки составила больше 65 тысяч квадратных метров. Посмотреть на лучшие образцы сельхозтехники можно будет до 22 ноября в Экспограде.